И что что-то потекло. Например, этот божественный напиток в мою гортань. Да, что-то действительно есть. Я вижу картинку. Народ. Я вижу, что у меня связь была красная, но сейчас вроде опять зелененькая, окей. Так. И надо сделать вот так. Так, чатик все пишет, что потек стрим. А ты 720p стримишь? А вот я забыл. Я последний раз как стримил, так и стримлю. Ну, короче, 720. Да, 720. Но тут на самом деле графон не такой, чтобы в 1080 его что-то там потерялось на самом деле. Но если сильно критично, то я могу перезапуститься. Не, я не знаю. Это как бы не мне решать. Но Digital Foundry вроде хвалили графоний. Говорят, меня громче надо. Фен, я у тебя что ли не на 100% в Discord? Ты на 100%? А, нет, слушай, ты на 80%. Вот, сделай на 100. Вот, все, теперь ты 100%-ный. Вот теперь я должен звучать хорошо. Стрим из АП. Нормально, норм, 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 не надо. Кто бухой выясняет. Чуваки, в чате про разрешение 720-1080. Давайте какое-нибудь шустрое голосование. Потому что пока мы еще не начали ничего содержательного, не сказали, не поздоровались. Перезапустимся, и никто ничего не потеряет. 720p лучше, так проще игру говнить. Прям вот, лишь бы говнить. 720, 1080. Большинству насрать, пускай будет 720. Ну, да, я вижу много за 700, да. Большинство за 720, кроме Шинджу, который говорит 4К. 4К я боюсь, придется всех сибирских собак скупать для интернета, чтобы до вас они 4К довезли. У тебя карта захвата не вытянет 4К. Ну, это уже, да, не говоря о том, что у меня консоль... А, нет, слушай, консоль у меня выдает 4К, блин. Монитор не выдает 4К, карта захвата не съедает 4К. Ну и так далее. В общем, да, неважно. А, как бы там ни было, мы вас приветствуем. Пятница, 8 часов вечера. Ну, это типа пятничный стрим. Мы решили его как-то так заменить. Хотя не везде, потому что в расписании у нас там... Чё только нет. Ну, там как-то... Ну, расписание — это такая штука. Так, да, я... В общем, сегодня мы стримим Metal Gear Survive, открытую бету. Игра, которая неожиданно, короче, захайпилась, при том, что она сама-то по себе как бы очень простенькая, и, по-моему, еще со старта было все с ней понятно. Но внезапно, короче, она вышла в ОБТ, и все такие, типа, о боже, нам надо посмотреть на то, что сделала Konami с Metal Gear Survive. И кто это сделает лучше, чем мы? Так. Так, я создам нового персонажа, потому что старым я прошел... бету целых 2 раза! И сейчас, я думаю, мы еще пару раз пройдем, и на этом можно будет с бетой знакомство закончить на самом деле. Потому что она коротенькая. Так, Макс, ты тут? Да. Отлично. Так, ладно, не буду я долго возиться с лицами и всем остальным. Так, да, использовать этот аватар. Он довольно мимимишный. Ну, ладно, покажи там, насколько гибкая система, хотя, по-моему, она прям прямиком из МГСа. Не, а тут очень много, на самом деле, прямиком из МГСа, из пятой части пришло, поэтому... Ну, как бы, какая была кастомизация там, такая она и здесь. Там что-то, по-моему, даже презеты практически такие же, хотя я не уверен. Говорят, сделай Кодзиму. Ну, слушайте, я сейчас... Мы вот 2 часа стрима потратим на мои попытки сделать что-то на Кодзиму похожее. Ну, ты сам сказал, что тут контента на 15 минут. Ну, да.
к сожалению. Так. И я сразу же забыл, где тебя... Почему у нас голоса как у фиксиков? Что? Чё? У нас... Чё? Чё у нас с голосами? Не знаю, говорят, что-то пару комментариев, что голоса у нас странные. Сейчас я послушаю. Давай. Я не знаю, я напрямую все вывожу без каких-то там эффектов. Да не, вроде нормальные голоса. Баг какой-то, обновите стрим. Да вон, все в чате. Ну, не все в чате, потому что в чате 1000 человек, а написало человек 10 от силы, но все написали, что норм. Все те, кто написал, что норм, все написали, что норм. Вот так вот. Когда разбор третьего трейлера Death Stranding, скорее всего, его не... Ну, его не будет, короче, я думаю. Потому что в этом нет большого уже смысла, потому что все самое очевидное уже все выцепили, а каких-то глобальных вещей, которые стоили бы озвучания, я в ролике так и не увидел. То есть даже после третьего трейлера все еще нельзя выдвинуть какую-то теорию о том, что вообще происходит в этом мире, кроме каких-то очевидных вещей, что там, ну, какой-то трындец происходит. И все. А это да все это сон собаки. Ну да, в результате окажется, что Ридус там перепил просто. С горя от того, что Silent Hill не вышло. Да-да-да. Так, я тебе кинул инвайт, по идее. Угу, сейчас будем ловить. Принимаю. Сука. Хонаст Мишаня занес 100 рублей. Ебой, ребята, поздравьте с закрытой сессией. Удачного стрима. Посмотрим, как Канами насилует великую серию. С удачной сессией закрытой. Это большое дело. А Канами как бы не то чтобы издевается, как мне кажется, на самом деле. То есть, с точки зрения серии, да, это издевательство. А с точки зрения... Короче, много чего, это все не так и плохо. Ну, сейчас посмотрим. По крайней мере, это может быть не так и плохо. Вот, по первым впечатлениям, ну, даже как по первым впечатлениям, я видосик только от Digital Foundry посмотрел, не вникая вообще в суть процесса и все такое. Это похоже на какую-то дойку франшизы. Как... Я тут. Я не знаю, сразу это озвучить или нет, но, короче... Да, спасибо. А тебя жизнь не тратится? Нет. А, ну только что ты тогда? Ну... Что за девочку играешь? Ну потому что я за мужиком в прошлый раз был, сейчас бы бегало два мужика. Что за дела? И вообще, почему бы и нет? На тебя на пику насажу. Это ж пятничный эфир, в конце концов. Ну-ка, погоди, погоди. Да, отойди. Не-не-не, тихо, погоди, погоди, погоди. Ляг. Ну стримишь-то не ты, поэтому... А, ну да. Ну ладно, ну короче, пику точёную сейчас, да. Так. Протестировали твою простату. Давай, короче, рассказывай, что тут делать и как, куда воевать. Сейчас я что-то заберу, что у меня тут есть. Потому что надо это все забрать. Спасибо за второй месяц. Да, я услышал про второй месяц, но так и не прочитал ник. Какой-то он сильно мелкий. Здесь надо шарахаться по миссиям. Сейчас я... У меня почему-то никакого оружия нету. Я выкладку надо настраивать. Сириус ник подписался. Спасибо на второй месяц. Да, спасибо. Так. А, стоп, у меня типа мои старые... достижения, что ли, остались? Это что? Так, ладно. Все, что есть, я схватил. Так, принять задание. Мне тоже принять? Не, а я сейчас его приму, стартану, и мы туда просто пойдем. Так, во. И, собственно, вот в этот круг. И теперь начнется. А, ну мы вдвоем будем, нормально будет. Потому что там есть быстрая игра, когда можно прицепить рандомов до 4 человек.
совместно, чтобы играть. И есть вот этот режим, когда вдвоем, там, втроем, может быть, одному можно даже стартануть. Обозначу сразу, что за минуту до стрима у меня игра вылетела, так что бета сырая. Ну вот, я играл, сколько, у меня ни разу ничего не выпало, поэтому... Ну, бета это бета, поэтому все может быть. Так, ну давай, рассказывай, где мы, что мы, зачем мы тут. Надо ли убивать чувака вот? Надо, желательно, почему бы и нет. Ух ты, он меня заметил. Да, ну потому что к ним надо подкрадываться, типа. Да ты... Так. Мы находимся в каком-то там параллельном измерении, в которое затянуло солдатов с мазербазы из Metal Gear Solid 5 после там взрыва, но это как бы на самом деле насрать. Есть мы, есть локация, по локации бродят зомби. Вот как бы концепт такой. И наша задача сначала сейчас добраться до точки и там что-то захватить. Буровую установку. А потом... Это сейчас будет плохо. Потом просто отбивать волны нападающей зомбятины. Ну и периодически отвлекаться на второстепенные задания. Так. Я узнаю вот эту постройку. А это локации переработанные, ну как сказать, здесь в бете одна всего локация, поэтому всего одна локация, это переработанный кусок из Metal Gear Solid 5 как раз. Так, а вот все говно, что мы подбираем, это зачем? Крафт! Здесь есть крафт. Здесь можно крафтить все на свете, кастомизировать все на свете. И выполнено это в традиционной японской манере, когда ты можешь в менюшках с настройками всего вот этого разбираться реально минут 30-40, как сегодня я делал с утра, и на 40-й минуте я узнал, что, оказывается, тут можно прокачиваться. Вот, поэтому эта игра такая, она про вот этот микроменеджмент практически там в своем корне. Если что, зомби сзади убиваются гораздо успешнее, чем в лоб. Ага, а чё лучше, пик точёная или кинжал? А, тут зависит кинжал. От того, как... Ну, пика точёная, разумеется, бьет дальше. А кинжал бьет типа... Ну, он подвижнее тупо. Блин, зачем я кинул молотого? А... Но еще есть огнестрел. И всякие штуки полезные на базе бывают. Так, что-то я зашел на базу опрометчиво. Ну, я тут залутал всякого дерьма. Оп-оп-оп. Кто говно? Тут ближний бой такой весьма неповоротливый какой-то. Не, это Dark Souls. Ну, да, что-то... Что-то похожее. Ты, блин. Так, есть еще всякие станки, их можно использовать. Собственно, крафтить защитные вещи, сооружения или... Так. А у Господи, меня... как все сложно. Так... Кошмар тут разбираться в этом интерфейсе. Я о чем и говорю. В этом интерфейсе разбираться можно веками вообще. Миками. Ну, Миками, возможно, быстрее разберется. Так. Блин, а чё мне? Ты давай делись накопленным опытом. Так. Я вот, например, истекаю кровью. Я вот тоже истекаю кровью, и в прошлый раз это меня не слишком сильно... Так. Для того, чтобы вылечиться с этой штуки, надо где-то скрафтить бинт.
Где скрафтить бинт, это большой вопрос. А может просто аптечку, медспрей? Не-не-не-не-не. Спрей, это просто спрей. Так, и спрей, кстати, я не взял. Поэтому меня, скорее всего, укокошат быстро. Так, тут пули. Это все не то. О, сейчас начнется бурение, начнутся волны. Наступит веселуха. Так, а брать я могу бесконечное количество дерьма? Вообще есть какое-то ограничение по весу, но я не понял конкретное всякое дерьмо, оно имеет какой-то вес или нет. То есть всякие вот эти алюминии полученные, керамики. Как оно на это влияет или не влияет вообще? Так. Нам, наверное, надо было стены там сделать. Ну, по-хорошему надо. А гранат тут никаких нет? Гранаты какие-то есть, но они... Их надо экипировать, их надо там изучать, крафтить, все вот это. Стандартная история. Так, меня волнует другое. Я реально не могу себе скрафтить какой-нибудь спрей. Потому что мне не особо улыбает быть мертвым. А, золотой полумесяц надо. Круто. Так. Ну-ка, проверим мою способность. Не, херовая способность. Что за способность такая? Я хотел попробовать поставить стену. А! Не, ну стену это надо в чуть более спокойное время ставить. Блин. Ух ты, нифига, я сейчас сдохну. Да мы, собственно, со старта не лучшую стратегию выбрали. Ну как стратегию выбрали? Просто надо защищаться и улучшаться. Ну а, ты, между прочим, всех вырубил, кстати. Ну, тут уже вторая волна подошла. Ты меня подними. Как? Подойди на крестик. Во. Подъем, комрад. Так, сейчас у нас будет второстепенное задание, по-моему. Да, у нас второстепенное задание. Надо сходить и взять боеприпасы. И у нас тогда будет возобновляемый боеприпасный пункт. Было бы типа круто. Так, ребятки, да, извините, мой чатик сложно сейчас было читать. Ну, сейчас мы у нас первый такой проходной, ну как, не проходной, короче, внимательный забег. А потом уже будем более внимательно следить за тем, что происходит. Хонаст Мишаня задонатил еще 100 рублей тебе на... Меня повалили. Так, сейчас. Ой, блин, зря я его спалил. Final Fantasy? Нет, ребят, да. Спасибо. А у меня есть Revival Pill. А, ну вот их там 3 штуки у тебя есть, но я тебя воскресил. Так. Да ептить! Он меня вырубил теперь. Но он высокоуровневый перец, поэтому они да. Такие злые. А, Ваня, можешь как-нибудь полечиться, а то это кровь по экрану, лол. Ну вот, для этого надо скрафтить какую-нибудь, блин, штуку, типа бинта. Слушай, а огнестрел-то тут есть? Есть. А как его заполучить? Во-первых, там его в раскладке надо было выбрать. Во-вторых, типа, зажми крестовину нижнюю. Может, у тебя пистолет будет. Да, у меня есть пистолет. Ну вот. Твою мать. У меня еще откуда-то был дробовик, но я так и не понял, откуда. Ага, а как мне теперь назад на ближнее-то... А, все, наверх. Там, наверх, да.
Так. Наверное, можно теперь вернуться. Блин, что-то бомбы какие-то разбросаны вокруг. Так, слушай, полминуты осталось. Ну, я вот возвращаюсь уже. Да, вот, теперь у нас контейнер с боеприпасами есть, но он, по-моему, после этой волны исчезнет. Так. Все, еще не могу лечебный аэрозоль делать. Я вообще хоть что-нибудь могу делать? А, ну вот, ограды могу делать. Да, ограды, давай хоть ограды поставим. Так. Откуда они попрут? Да, отовсюду, как и всегда. Ну, откуда-то, наверное, больше. Так, что-то я какие-то низенькие ограды выбрал. Ой, что-то там бомбер какой-то вылез. А, сейчас будут, да, пацаны, которые... опасные. Они типа взрывающиеся. Да блин, фен, отойди с линии огня. Им стрелять надо чисто в спину. У них спину. Броня такая, что лупцевать в лоб не имеет никакого смысла. Так, ну тогда лупцевать в лоб. Давай, я заберусь наверх. О, давай, отвлекай их на себя. Ну вот мы сейчас, собственно, будем переотвлекать. Пять. Давай. Отлично. Готов. Так. Там еще один. Да, вот тут еще один. То, что вы стримите, это очередной патч к DayZ, да нет. Ну и если бы в DayZ был такой геймплей. Ой, говно, здесь еще эти твари поналезли. Так, подрывник готов. Теперь можно этих убить. Ой. Блин, я все еще больной. На всю башку. Ух, нихера их тут. Нифига не. Так, ну-ка, цыц. Ай, говно, говно, говно. Сука, повалил меня. Ёп! Ещё прут. А, патроны кончились. Патроны кончились, и исчезла перезаряжалка. Прекрасно. У меня тоже сейчас патроны кончатся. Ай, сука, да, реально. Воу. Так. Там еще идут. О, благодать какая. А давай-ка я вот так сделаю. А, ну, собственно, да. Они ж бегут на стенок. Еще 9 секунд. Давай. Так, я все патроны истратил. Сука, сука. Ебой. Все, ушли. Так. Блин, теперь побежали вон в ту сторону. У нас сейчас будет небольшая, но подмога. Ой, там какой-то говнарь. Там два говнаря. Там толпа их, да, поэтому надо аккуратно пройти к этой самой, к... В общем, к добру, которая в дальнем конце тусит. Ага, вижу. Ой, говно, он бежит сюда. Да, блин. Ой, говно, фен. Ой, говно, фен. Да. Я бегу. Я прилег. О, можно ползать. Круто. Это вряд ли чем-то, конечно, поможет.
5. Блин. Говно перегрелось. Там, если что, боезапас ограниченный. Ага. Ну, как бы, а что поделать? С другой стороны, если, да, я сейчас откину копыта, то... А ты уже там все? Ну, у меня 13 секунд. Ну, блин, ты бы сказал хотя бы. Ну, по идее, у тебя там должно быть видно. Ничего у меня не видно. Окей. Так, теперь я добегу до своего этого самого ходячего. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Да на этих на самом деле можно забить просто, возвращаться на базу. Там 40 секунд. А как? Я. Во. Ага. Потому что на них сейчас будет хорошо отстреливать набегающие толпы. Интересно, что-то я не вижу боезапаса. А он исчез. Нет, в смысле, сколько патронов в моей курице? А, нет, это специально не пишут. Я не знаю почему, но, насколько я понял, это... Аэростатная ловушка. Блин. Дайте вы мне сделать аэрозоль. А починить нашу хрень в центре нельзя? Нет, насколько я знаю. Устройство можно ускорить добычу. И что-то еще можно сделать. А, можно так. Ускорить добычу. Полезли, говнари. Так, ладно, будем держаться до последнего. Например, бегать к противнику в лоб. Да, давай, они тут еще со стороны заходят. Ой, говнище. Ой, говно. Ой, фен. Возвращайся на базу здесь. Ок, сейчас. Иду. А, там подрывники идут. Точнее, он один. Ох, нифига ним... какая армия. Сейчас я им в спину зайду. Привет, пацаны. Так, еще с жопы идут. Там, где мы забрали куриц. Так, обороняемый объект под угрозой. Значит, где-то они уже прям на подходе. Да, говно. Цыц отсюда. Так, прут еще. Опа, кончились патроны. Ну вот, теперь придется. Да, и на базе. Карта тут, блин, неудобная, она не вращается вместе с персонажем. Полторы минуты еще, жесть. Не, ну мы, слушай, мы уже на А прошли. Так что полторы минуты... А, ну хотя это... Вот вопрос в том... Да ты чё, полторы успеем минуты, это дохера. Не, я к тому, что дадут ли нам закончить выработку эту. Полноценно. Так, да, фен, ты там отстреливай, я тут пытаюсь. Блин, как напряженно-то, а? Волнительно? Да! Жопы прут.
Так. Блин, там бронированный чел. Вот стеночка бы сейчас не помешала, а у меня ее нет. Ну, ты там... можешь успеть скрафтить. Попробовать, как минимум. Не транжирь особо. Береги я патроны. Стараюсь, но... 20 секунд, 20 секунд. Мне кажется, есть шанс. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Сдохните все нахрен, ублюдки. Эй, это я. Не-не-не. Я по ним палил. Фух. Ну чё, кольцо затащили? Ну мы сразу с первой ходки, на рэнг А. Это нормас. Еее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 
Так, сейчас на нас каких-то ящиков высыпят. С ингредиентами. Потом еще наградят. И потом мы пойдем в лобби заниматься кастомизацией. Ящики. Цемент, топливо, нейлон. О, господи. Так. А они нам обоим достаются или как? Не, у каждого свои типа. Блин, а если я не все рассмотрю? А вот я пока не понял, что-нибудь от этого будет или нет. О, господи, интерфейс. Какого-то говна набрал. Какой-то туалетной бумаги набрал. Там еще на самом деле, вот эта механика здесь пока, насколько я понимаю, совершенно никак не работает, но там еще готовить можно. То есть класс. Переодеваться, кастомизировать оружие, разрабатывать новые ловушки и укрепления, это как бы все можно, не, и это уже сейчас же... работает, но еще можно готовить. Ну там же это, еще у тебя есть показатели голода, что-то не холода, это жажды. Поэтому, да, надо, наверное, что-то готовить. Слушай, а я смотрю, всю энергию Кубани тебе отдали, да? Нет, это, по-моему, какой-то бонус. 17 не, у тебя, тысяч. Видишь, энергия, так у тебя тоже 16 тысяч. Да, все, да, я поглядел. Там за нее, собственно, на энергию, на эту ты разрабатываешь новые как раз предметы. Ну, это частично уходит. Плюс прокачка уходит под это же дело. Ну, то есть, короче, как в соусах там души. О, господи. Ну да, в соусах души. Вот, как в Bloodborne кровь, так и здесь эти, вот эти вот страшные, странные, загадочные вещи. Энергия Куба. Что бы это за Кубани. Ну, Кубани. Ой, говна привалило. Следующий. Автомат какой-то дали. А, это рецепт. Нет, по идее автомат. Мы его сначала тоже не поняли. Там с этой экипировкой тоже проблемы, потому что... в общем, не всегда очевидно, как это цеплять. То есть, например, выбираешь основное оружие, там, бедро. И как бы видишь, на первый взгляд, только мачете-выживальщика. А потом начинаешь R1, L1 нажимать, и внезапно оп! И оказывается, есть где-то автомат. Есть еще и топор. Что-то я разделся, что за говна? Так. P1. Слушай, серьезно, я каким-то образом скинул с себя все шматки и теперь я голодан жопой почти. Ну вот. Я не понимаю, как назад все. Господи, я опять вручную должен это все расставить? Вы издеваетесь? То есть я нажал кнопку раздеться одной, а одеться нельзя одной. А одеться надо, да, целую кучу кнопок нажать. Да вы издеваетесь. А, я все патроны потратил. Так.
Так, не, это изучение навыков. Это не то. Жух. Так, оружие, патроны. Так, о, я могу сделать патронов. Только это не те патроны, которые я хочу сделать. Это интересно, я по одной пуле так готовлю? Походу, да. 44 магнум. Сломанная кувалда, модификация. Ох. Да, кошмарный интерфейс. Ну, он, во-первых, кошмарный, а во-вторых, пугает вот то количество настроек всего, которое здесь есть. Ну, то есть, не то чтобы оно прям пугало, но... Это... Адово. Это как бы вот, короче, весь вот этот процесс напоминает мне, ну, не напоминает, в общем, мне кажется, что вообще весь этот Metal Gear Solid Survive появился исключительно по той причине, что в Konami, после того, как оттуда свалил Кодзима, кто-то почесал в голову и сказал, а вообще-то у нас в Metal Gear Solid 5, короче, была клевая механика, вот с этой вот кастомизацией, настройкой всего, кучей оружия, которым там миллион всяких наворотов существует, но почему-то мы это все засунули в игру, которая стелс. И типа стелс игре это, ну вот, ну совершенно не обязательно. И они решили сделать игру, которая эту бы механику раскручивала на полные, более или менее... ну, короче, по возможности на полную катушку. Не, ну тут без пол-литра явно не разберешься. Ну, да. Так. Ну, как... Какие-то... Ой, нет, это совсем... Шортики на себя нацепил. Пидорковатые, но они типа брони больше всего дают. Что за нахер? Ну, это потому, что здесь РПГ-система действует. Здесь можно оружие улучшать, при том, что оно, кстати, визуально, по-моему, вообще никак не меняется при этом. Ой, я могу себе топор крафтить. Так, вот, автомат хочу скрафтить. Чё мне для этого надо? У тебя автомат, по идее, уже есть. Нет, у меня есть дробовик. Обрез, в смысле. Ну, а да. Это надо крафтить. А, окей, ладно, хорошо. Эквип. Вот, теперь у меня есть автомат. Ну-ка. Ух ты. Класс. Вот теперь это реально PUBG. Так. Нет, это не то. Так, но это уже немножко лучше, чем PUBG, потому что тут ты можешь взять оружие и бесконечно из него пострелять, потренироваться, как-то прочувствовать. Так, а чем, интересно, отличаются перевязочный набор от бинтов и от компресса? А, лечение вывих, лечение рана, лечение гематома. Еть, серьезно? Это разные вещи. Это разные вещи? И при этом я все еще не могу сделать кровоостанавливающий набор, который кровотечение остановит мне. Это почему? У тебя что-то нет? Ну, у меня нету китайского банана. Ха-ха, неудачник. У тебя есть китайский банан? Нет. Ха-ха, черт. Жареная каракульская овца. Жареный серый волк. Слушай, так это, может, надо приготовить сначала банан? Ну, я не знаю, я не... Главное, что меня озадачивает, это то, что я на той карте, по-моему, и не видел никаких этих... дополнительных растений типа бананов.
Так, нет. Это... Коктейль Молотова, деревянное заграждение, мешок с песком. Так, где заграждения-то эти? Обычное заграждение. Заграждение с проволокой. Заграждение с шипами. Требует веревок. Ух, как все сложно. Так, улучшить оружие я не могу. Мне не хватает какого-то дерьма. А, вот, да, на тему улучшения же точно, точно, модификация. А пистолетик? Ну, мне и на пистолетик не хватает. А, мне пружин не хватает. Еще главное, что оно не это самое. Нельзя просто один раз нажать и типа улучшить. Надо нажать, зайти в меню, там зажать кнопку, потом еще нажать на крестик. Я улучшил шортики. У меня крутые шортики. Так, снаряжение для головы. Ковбойская шляпа. Или берет. Че лучше? Берет, прикольный. Так. Блин. А. Смены. О, можно раскрашивать. Прекрасно. Блин, какая кастомизация-то, господи. Хочу себе розовый жилет. Все. Генератор. Слушай, посмотри на меня, мне кажется, я сутенер какой-то. Где ты? Или я как в этом, в криминальном чтиве. Да-да-да. Зови урода. Господи. Вот в таком виде как раз зомби и надо мочить. Так. Что я хотел сделать? Снижение левого подъезда. Я сшибу их наповал своим внешним видом. Сумка для выживания количества предметов. Так. А блин, какие... а здесь нельзя скрафтить какой-нибудь дилдо? Мне кажется, это единственное, чего не хватает моему образу. Я на самом деле не уверен, что нельзя. Вполне возможно. Хотя бы пика точёная есть. Так, выбрать... Вы что, начнете играть когда-нибудь, ребят? Это тоже часть игры. Как бы это, судя по всему, где-то половина игры. Так, стоп, а я ж могу маску тоже перекрасить. Ну-ка, да, color settings. А, прекрасно, ну-ка. Все, я полностью готов выдвигаться. О, господи. Погоди, я тут улучшаюсь. Так, а, это уже прокачано. А это не... чё? Свой навык, уровень 1. А, это... Господи боже. То есть вообще ничего не... А? Боже! Шесть.
Я прекрасен, я считаю. Так. Ну, можно пойти пройти миссию на второй круг. Ща, я прокачаюсь немножечко. Давай. А, ну, собственно, там стартовать-то же. Можно попробовать, короче, в быструю игру. То есть нас будет четверо. Может быть, кто-нибудь даже из зрителей сможет одновременно примерно нажать и присоединиться к нам. Или все-таки вдвоем? Без разницы, как хочешь. Давай для разнообразия, чтобы нас была толпа. Так, и я пошел куда-то не туда. Господи, удобный и интуитивно понятный интерфейс. Нет, мы о таком не знаем. Так, быстрая игра, низкая, низкая. Свинка Пеппа. Чекните донаты, вы не все прочитали. Ребят, стримеры, в чате был вопрос. То, что вы стримите, это очередной патч DayZ? Нет, но мы уже отвечали на этот вопрос. Макс на историю серии Финальной Фантазии, ведь Даура с нами больше нет. Это читали. И, да, я не вижу. Народ, народ, мне тепло, а вам? Ну, нам тоже ок. Привет из Бийска. Да вроде бы все читали. И тут же Филти Фрэнк занес 100 рублей. А кто мне за использование образа заплатит, босс? А, видимо, за... Господи. У тебя еще этот бронежилет, он выглядит, знаешь, как маленький... какой-то такой тщедушный... Как это назвать-то? Не скелет. У черепашек, господи, кто он? Панцирь, но вот. Тут... Панцирь, да, я и думаю, что я похож на черепашку-ниндзя. Розовая черепашка, блин. Так, а я могу перекрасить футболочку? Да, могу. Вот, да, теперь у меня и футболка сейчас еще розовая будет. Все. А, блин, я что-то забыл. Зона готовности тут. Ну, они там что-то... Ох ты, сука. Слушай, он прокачанный какой-то, у него топор. Не, а топор-то и у меня есть. Топор, топор ни о чем не значит. Все, насадил я эту телочку на пику. Я доволен. Ух ты. Прям это... Единовременно вас. На одну пику. Но ты бегаешь все еще со стрелой в колени где-то. Да, ну почти в паху. Ну, кстати, да. Че, я ответил на донаты финалки? Оп, финалки. Да не буду я ее делать, отстаньте от меня, Даура ее будет делать. Я не играл ни в одну финалку. И не собираюсь. Я вообще не понял, с чего народ решил, что если Даур не будет делать историю финалки, то ее будешь делать ты. Ну там некоторые не поняли, что Даур озвучивал пятый элемент промку. Потому что нас почему-то путают. Типа, похожие у нас голоса. А-а-а! Господи. И все, и с тех пор возник. Там кого-то под конец током шибанули. Что за ад на экране? Metal Gear Survive? Канами убивают серию Metal Gear Solid. Вафельный творожок занес 100 рублей со словами «Солод похож на Наклза». Нет, ты.
Блин, вот меня пугает, мы когда появляемся, ты я чёрный. Да. Да, и я такой, какого хера? Куда делась моя прекрасная розовая раскраска? Лерой Дженкинс! Сейчас хлопочет кровотечение опять. Дай насрать. Так, а я пойду поищу этот китайский банан, кстати. Да, это важно. Потому что, блин, мне хочется разобраться. Я не хочу страдать каждый раз, когда меня зомби царапает. Где китайский банан? Вот не знаю, я просто ищу. Блин, я, короче, заменил меч на автомат. Ну, мачете на автомат. Да. О, господи, все опять в этом фиолетовом говне. Ах ты, сука. Прибежали ребята, выручили меня. Ну так мы-то тоже тут. Ай. Китайский банан, ты где? Ебанан. Древесина. Здесь можно деревья рубить. Руби дрова. Да-да. Так. О! А там локация или мне скажут, вы слишком далеко и нагло уходите? От беты. Да. Это бета-зона. Слушай, нет. А, только это ничего не дает. Деревянные ящики. Какая-то странная установка. А, это груда товаров просто. Понятно. Обычная ограда. Вот за нее нельзя заходить. Так, вы там укрепляетесь? Нет, я какое-то говно лутаю. Окей. А там гриб за 100 рублей. Макс, ты по тактону уйдешь, у тебя розовый. У тебя нет, розовый пустынный камуфляж. И дальше я текст. А вы играете на степной карте неправильно, а так ты похож на маньяка из странного трешового слэшера и история про психопата розового кролика. Ну, короче, да, что-то типа того. Опа, началась так, волна. Оп, что-то как-то ага. Да. Что-то мы ускакали далеко. А тут уже волны. А ведь у меня там всякие. Оп, один мешок. Так, тут залатали. И тут тоже надо залатать. Так, все, я настроил стен. В смысле, накрафтил, сейчас буду устанавливать все стены. Давай. А, я не один такой умный. Тут уже все забаррикадировали. Я еще и пулемет поставлю. Люблю играть с задротами. Не-не-не, да ё-моё. Не надо мне кровотечение, ублюдок. Ой, говно, не туда кинул. А, не, нормально. А, еще, по-моему, кстати, копье хорошо тем, что оно... Блин, я же не накрафтил себе аптечек. А, прошибает сквозь всякие преграды. Так,
То бишь ставишь эту какую-нибудь стенку, и он сквозь нее фигачит запросто. Ну да. Блин, а я что-то не понял, как кидать. L1 и R1, соответственно, для тех там правых-левых кнопок. Так. А что у нас нету? А, во, задание есть. Я пошёл. И я пошёл. Ух ты, там чувак появился и упал. Прикольно они. Ну они спавнятся. Прям так и делают. Ой, какой маленький фен. Ну это у меня, ладно. Не знаю, как у тебя там отобразится. Да у меня нормально. Ну если ты про донат, у меня нормально отобразилось. Ну у меня очень. Так, все. Там за тобой чувак. Да, ай. Я сейчас. Надо? Ай. Так. Хрязь. И все. Я хочу наверх залезть, глянуть, может там что полезное. Давай. Я сильно, блин, сомневаюсь. Около лута. Так, что, улитка Китай, улитка Китай, улитка Китай, китайский банан в Китае, сообщество наш китайский банан, всем пусть покупают наш китайский банан. Улитку Китая помним. Как такого забудешь? Так, ну да. Древесины и гвозди. Так, 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 так. Чё бы... Блин, где китайский банан-то найти? А, выполнение побочного задания. Пополнили нам боеприпасы. Точнее, могут нам пополнить боеприпасы, когда понадобится. Ух ты, я вовремя успел пополнить боеприпасы. Пропало. Пропал верстак. А! Говно. Ну ладно. Куда-то у меня делись стены накрафченные. Вот у меня часть моих стен куда-то делась. И мой же пулемет, кстати. Может, это умные чуваки наши решили их поубирать. Есть ли вообще в Китае банан? Ну, наверное. Чё бы ему не быть. Так. Ой, блин. Отстой. Чё, откуда? Ага, вижу. Готов. Так. Ребятки, как вам закинуть-то? Ага, ба. Ха-ха, все, спалил. Ну или ладно, поджог. Ух ты. Суки, кажется, пробили. Есть такая. Так, сейчас пойдем. Выкосим. Ой, я. Ой, говна. Окей. Я случайно. Чё там? Не туда кинул коктейль Молотова. А-а. Бывает. Так,
Нифига, оттуда какой поток идет. Идут, идут, идут. А, кстати, вот какая есть идея. Ой, говно. Да, вчетвером проще. С задротами еще такими. Да. Ну, тут один чувак 10 уровня, поэтому я бы не сказал, что он особо задротный. Так, я пошел себе Walker Gear возьму опять. Walker Gear. Я за тобой. Фен, ты бы полечился или у тебя нечем? Так у меня нечем. Я же говорю, я без этого китайского банана не могу скрафтить... Нет, без китайского банана ты не можешь скрафтить бинты, а тебе нужно... А, ну, для другой штуки просто. Мне нужна какая-то другая фигня. Поэтому тут... Обоюдная фиговина. А что, их два? Я да. думал, четыре будет. Не, их всего два, в принципе. Удивительно, что их взяли мы, а не те два чувака. Ну вот. Видимо, не все такие уж задроты. Топ, 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 топ. Так. Подходит ли зомби деград отряду? Да, деград отряд сам как зомби. Что рекомендуете ли игру? Но бету попробуй. Мне не, кажется, это бету попробовать можно, да. Это отлично, ну сразу даст понять, стоит оно того или нет. Я пока для себя ничего увлекательного не нашел. То есть, ну мне кажется, лучше Metal Gear просто перепройти пятый или пройти, потому что я его так и не осилил. Не, ну, мне кажется, это, короче, хорошая штуковина для компании, там, на 2-4 человека. На 2-4 дня, мне кажется. Да, на 2-4 дня. Вот, собственно, если будет нормальная там ценовая политика, и они не заломят цену, не знаю, как, в какие-нибудь дикие ядреня, то это будет вполне удобоваримо. Особенно, если закрыть глаза на... слово Metal Gear в названии, вообще причастность какую-то к серии. Потому что, в принципе, ну, как бы повозиться с кастомизацией прикольно, может быть. А, оружие тоже, если будет много, то будет хорошо. Потому что в оригинальной игре его было много, а толку не так много. Того, что его много. Ну и плюс вот эти карты... по-хорошему бы разнообразить как-то, то есть будет отстойно, если на одной карте всегда будет один и тот же паттерн повторяться, что сначала такие враги, потом такие, потом вот это, потом вот это. Потому что даже если бы вот здесь на одной карте это как-то чередовалось, то было бы намного более увлекательно перепроходить. А так вот я четвертый раз уже играю и как бы, по-моему, я карту знаю всю. Только китайский не, банан не это... понимаю где. Опять фен на линию огня идет. Ну там бронированный чувак был. Минуты, но я думаю, вчетвером мы спокойно удержим. Ну, мы дошли до эски, поэтому... Поэтому мы вообще всяко молодцы. Может, кстати, даже сейчас эска докачается и полностью нам скажут, что... все убиты.
Блин, жаль, эта штука не прыгает. Этого прям не хватает. И на ней куда прыгать-то? А, вверх, не поверишь. Воу! Я к тому, я что типа через стены ты на ней хочешь скакать? Ну да, через заграждение мешают. А, ну. Я типа вылезти хочу, чтобы народ подстреливать. Так. Сюжет, есть ли сюжет? А, ну, в одиночке будет, когда полноценная игра выйдет. А ой, так... говно. А так у меня нет. Сгорел робоцип. Ну, он, как да, он перегревающийся же. Да я даже не стрелял. Ну, он, судя по всему, там от использования какое-то время. Типа, если ты сильно... В общем, не знаю. Просто он постепенно начинает дымиться. Да, у меня тоже откинул копыта. Очень странно. Нормально. Так. Главное, он свое дело сделал. Блин, у меня оружие закончилось все. А, точно, у меня что-то еще дробовик есть. Пистолет, ё. Ну все, ребята. Да, тут оружие на себе можно таскать в горы. Ой, говно, говно, говно. Так, и сзади, кстати, опять прут. Еее. Задание выполнено. Ну, кстати, радует то, что, судя по всему, это низкая сложность. То есть, уже на среднем будут наседать гораздо больше, и на каком-нибудь харде там надо будет коопиться, скорее всего, вообще неистово. А где выбирать сложность? Ты как бы здесь она никак не выбирается. Здесь просто залочено низкое, и все. А ты уверен, да, что низкая там это написано? Не, ну написано там низкая сложность. Ну, в смысле, низкая сложность не написано, просто низкая написано. Задание по добыче зоны сингулярности 1 низкая, поэтому... Ну, фиг знает, если это не сложность, то, ну, не знаю. Ну, как бы, я предполагаю, поэтому, да. Я не говорю, что 100% я уверен, что будет в самой игре. Так, а чуваки что-то не открывают ящики, видимо, нет в этом никакого смысла, ты все равно все получишь. А, мне пофигу. Мне нет, нравится сам процесс. Это нормально, да. Опять говна понавыпадало какого-то. Вот реально, туалетная бумага вот есть у меня. Я на первом месте, нифига себе. Слышь, первое место, ты банан получил? Нет! Ну и чё там от первого места? Ой, я третий. Удивительно. Очки... Акчиллер, господи. Ну и ник. А какой смысл мобов делать кристальными? Канами что, совсем фишку не секут в такого толка играх? Ведь приятно всаживать свинец в плоть, а не в гребаные стеклянные бутылки. Интересное рассуждение. Почему бы не делать их кристальными, учитывая, что в целом не так много существует зомби-игр, где зомби какие-то кристальные? Не, ну здесь же вон какая-то эта кубанская энергия. Я так понимаю, это они ей там заражены, не ну, заражены. Да, это, судя по всему, она как-то вот меняет мир, что он там становится каким-то голубым. И все кристаллизуются.
А так не знаю, я получал удовольствие. Мне кажется, стрелять по бутылкам это круто, и поэтому, когда ты стреляешь по стеклянным врагам, и они приятно так хрустят и разваливаются, это тоже. Да, это тоже своего рода кайф. Так, что там у нас привалило? Нет, что там привалило? А, ничего не привалило. Прекрасно. Вот! И вот теперь возникает вопрос, а есть вообще смысл продолжать? Потому что да. Дальше у нас опять будет эта же локация, эти же волны зомби, и как бы вообще все то же самое. Ну да, мне тоже кажется, что мы в целом-то показали, что оно из себя представляет, поэтому давайте закругляться, и я пойду в PUBG. Ну, не, да. Ладно, я шучу. Если вы скажете что-нибудь дельное, то мы продолжим. Говорят, две локации. Че вы врете? А, в PUBG две локации. Да, там две локации. Да. Две локации. Зомби-корова. Майнкрафт. Про Майнкрафт, кстати, когда-то скоро будет объявление, да. Мы уж все назначили. Майнкрафт будет. Бери фена в PUBG. Не, я сейчас в PUBG не особый ходок. Да я и сам на самом деле не пойду сейчас в PUBG. Пятница на дворе, я поеду в город куда-нибудь. Осада, стрим PUBG, GobCubg. Короче, за продолжение беты никто не голосует. А внезапно превращаться в PUBG мы не собираемся, поэтому... Поэтому, наверное, давайте заканчивать, действительно. Мне кажется, это логично. Нихера, ты там какую-то красную карточку достал, что это было? Чё, какую красную карточку? Не знаю, у тебя анимация, по-моему, сейчас была, как будто какую-то красную карточку доставал. Вообще без понятия. Тут еще и броски менять можно. Короче, да. Это игра полное сумасшествие. Здравствуйте, кто пришел? Я слышу, что кто-то пришел. Да, Дима пришел. Зачем-то. И ушел. Дмитрий? Диман, тебя не слышно, если че. Ctrl-R нажми в диск... А, ну он уже не слышит нас, наверное. Нет, он уже вышел. Дискорд, как мне недавно объяснили, умеет лечиться нажатием Ctrl-R. После этого он обычно сразу начинает и слышать, и микрофон передавать правильно. Странный он какой-то. Диман, мы тебя все еще не слышим. Вообще. Сейчас стрим превратится в попытку Диму прорваться в стрим. Мне больше интересно, что он скажет. Мне тоже любопытно. Ну, он написал, ну и хер с ним. Ну, я думаю, и хер действительно с ним. В смысле, не с Димой, а с эфиром. Да и с Димой тоже. Так, ну ладно тогда. Ну все тогда, прощаемся, я так понимаю. Ну да. Собственно, это были мы, Иван Лоев и Максим Солодилов. Это была бета Metal Gear Solid Survive. В течение короткого эфира мы все сказали, по-моему, что хотели, поэтому... Еще раз на этом всем акцентироваться мы не будем. Вот. А за сим всем счастливо и до скорых встреч. Пока-пока, народ. Насажу тебя еще на пику.